Мы стремимся прийти к более современным и многоплановым экономическим отношениям, чем просто обмен товарами. В этих целях внедряем практику проектный подход при организации экспорта белорусской продукции в Судан. В частности, мы продвигаем наши услуги, технику, оборудование в рамках различных проектов, будь то создание машиностроительного предприятия, мясомолочного комплекса, выращивание овощей и рассады в закрытом грунте по белорусским технологиям или же перспективный проект по разведке и добыче золота. Такой подход считаем взаимовыгодным. Это беспроигрышная ситуация для обоих партнеров. Потенциал у двух стран, находящихся на стыке важнейших регионов, широчайший. Беларусь соединяет Европу и Азию, входит в Евразийский экономический союз. Судан является мостом между арабской цивилизацией и Африкой, воротами на африканский континент. И нам есть что предложить данному региону, поэтому необходимо и далее работать сообща, создавать совместные продукты для их продвижения как в Африке, так и здесь, в Евразии. Хочу подчеркнуть, что мы в первую очередь делаем ставку на экспорт в Судан высокотехнологичной продукции с последующим созданием совместных сборочных предприятий. Мы исходим из того, что наращивание, диверсификация белорусского экспорта должны не только отвечать нашим интересам, но и способствовать экономическому развитию Судана, решению суданской стороной задач в области индустриализации, развитию сельского хозяйства, подготовки местных высококвалифицированных кадров. Последние полтора года в рамках этой работы впервые на суданский рынок были поставлены белорусские карьерные самосвалы, опытные образцы высокотехнологичного зерноуборочного комбайна и энергонасыщенного трактора МТЗ, дорожно-строительная техника «Амкадор», сельскохозяйственное оборудование «Бобруйск-Агромаш» и «Литсельмаш». Возобновлены поставки грузовых автомобилей МАЗ. Ведется работа по поставкам зерносушильных комплексов для нужд сельского хозяйства Судана. Налажено межбанковское взаимодействие, выработаны эффективные финансовые механизмы, инструменты экспортного кредитования, все, что нужно для наших предприятий и бизнеса. Как я понимаю, сейчас барьеров нет. За 10 месяцев 2018 года экспорт белорусских товаров в Судан увеличился практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Необходимо продолжать работу по выводу белорусско-суданского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, на новый, более высокий и качественный уровень. Об этом мы договорились с президентом.